16 февраля прошлого года огнем полыхает самое культурное здание города – Мозырский драматический театр имени Ивана Мележа. Несколько часов потребовалось пожарным, чтобы потушить пламя. Малый зал, где в последнее время и шли постановки, выгорел полностью. Сильно пострадала и кровля основного здания. После многочисленных экспертиз было принято решение – восстановить театр можно, практически полностью его разрушив. Так он выглядит сегодня. От прежнего здания осталась только центральная часть. Изнутри просматривается фойе, зрительный зал и сцена. На сегодняшний момент все конструкции, требующие демонтажа, разобраны. Значит, в блоке А и Б ведутся работы по усилению фундаментов, устройстве монолитных поясов, монолитных плит перекрытия, кладка ведется, стены перегородок. Блок В у нас находится в большей готовности. На сегодняшний момент уже коробка возведена, проведена черновая электропроводка, установлены окна, двери. Ведутся сейчас работы по утеплению фасада и устройства фальцевой кровли. После этого приступим уже к внутренним работам. Работа идет медленно, к сожалению. Основная причина – нехватка финансирования. В текущих ценах реконструкция объекта стоит 68 миллиардов рублей. Получено 11 в прошлом году и всего чуть больше 1,5 миллиардов на этот год. Это из областного бюджета. Средства уже освоены. Одна надежда на финансирование по программе развития Припятского Полесья. По программе развития Припятского Полесья у нас предусмотрено, в принципе, выделение 25 миллиардов рублей. Но пока этих денег мы не видим, и подготовлено руководством Мозырского райисполкома письмо о необходимости дополнительного финансирования объекта на Гомельский областной исполнительный комитет. В принципе, мы находимся в ожидании выделения этих денежных средств. Подрядчик пока работает за счет собственных средств. Пока идет строительство и решаются финансовые вопросы, коллектив театра приютился в выставочном зале и детской библиотеке имени Веры Хорошей. Такие неудобства так или иначе сказываются на работе, однако творческий процесс не останавливается. В прошлом году театр порадовал мазырян премьерой. Спектакль «Ханума» прошел в ГДК с аншлагом. Всего же было сыграно 249 спектаклей. В основном это выездной характер работы. В основном это дошкольные, школьные учреждения города Мозыря, района. Театр не забывает о сельском зрителе. Мы ездим на Равлянский, Хуйницкий, в Юровичи вот ездили, Петриковский район. Обслуживаем несовершеннолетних детей. Театр с нетерпением ждет окончания реконструкции здания своего, потому что очень тяжело, когда нету своей площадки. Тяжеловато, когда подстраиваешься под декорации. Декорации должны быть выездные, коммуникабельные. Хотелось немножко масштаба, хотелось много красочности. Окончание реконструкции театра запланировано на март следующего года. Строители надеются вложиться в срок, даже несмотря на все финансовые сложности. Надежды артистов театра и мазырян понятны. Остается набраться терпения. Илона Шавловская, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».